Держит мои права в руке, а сам подробно рассказывает, сколько я ему по закону должен. Я, конечно же, делаю виноватое лицо, со всем соглашаюсь и показываю пустой бумажник. Теперь он смотрит на меня в легком замешательстве, и я уговариваю его, что не привезу. Только права не забирайте, и тут он...